Наш эфир продолжается. Его экспонатам 165-180 миллионов лет. Такого вы не увидите ни в одном музее мира. Ялтинский палеонтолог Валентин Вербицкий решил открыть первый на полуострове частный музей окаменелостей. И сегодня Валентин у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас приветствовать в студии Ялта ТВ. Рады, что вы нашли время и пришли сегодня не с пустыми руками. Валентин, с чего все начиналось? Я знаю, что первая ваша находка была в 9 лет. Да, просто гуляя по лесу, нашел камень интересный, похож на деталь от мясорубки. Ну, когда мама говорила, Валя, мою мясорубку, я ее разбирал и видел вот такую вот деталь. Ну, что это такое? Принес домой, родители говорят, ну да, здесь было когда-то море. Ну, и это я слышал на протяжении всей жизни. Было море действительно, Крым был под водой, как и 70% суши, большая часть Европы была под водой. И Крым территориально 180 миллионов лет назад располагался в районе Египта. С движением тектонических плит Крым выдавил на данный меридиан, и возникли Крымские горы. И та фауна, которую я нахожу, окаменела, она очень похожа на то, что сегодня обитает в Средиземном море или в Красном море, то есть на берегах Египта. Кстати, о легенде о том, что на Петре когда-то был порт, и подходили корабли, откуда ноги растут. Ну, да, всегда есть испорченный телефон. На самом деле, на одном из бротов, который выходит на Бельбекскую долину, вбито швартовочное кольцо. Кем и когда оно вбито, неизвестно. Ну, может быть, 100-200 лет назад. Но сам факт, что швартовочное кольцо. Возможно, корову привязывали или лошадь. Но люди недалекие, наверное, увидели это кольцо и подумали, что там был порт. Но, как гласит наука, в те времена, 180 миллионов лет назад, людей не было еще. Вы в 9 лет нашли свою первую находку, потом был определенный промежуток времени, вы занимались другим, вы и ювелир, у вас лесное хозяйство. Когда вы вернулись, в какой момент вы решили, что нужно продолжать? Это было как-то вот периодически, то есть в 13 лет, гуляя тоже так же по горам, наткнулся на интересное место, нашел окаменелые кораллы и первого морского ежа. Тогда не было интернета, и я не знал, что это. Но шла передача Кусто, да, и я увидел как раз, что это, о, панцирь морского ежа. Действительно, это обитатели рифа. Но потом тоже опять семья, работа, дети. И спустя какое-то время я опять наткнулся на интересное место. Это меня увлекло, и по сей день не отпускает. Сколько километров, сколько территорий уже исхожено, сколько километров вы прошли, протоптали, исследовали за этот период? Это сложно сказать, потому что по Крыму очень много окаменелостей, по миру много, но я считаю, где родился, там пригодился. То есть все горы над Ялтой, да, у нас это вот юрский период, и я не знаю, каждые 100 метров, наверное, обошел просто вдоль и поперек. Ну и начал заниматься геологией, изучать слои, и таким образом начал находить интересные экспонаты. А нужно ли глубоко копать, чтобы найти такие экспонаты? Ну, копать нельзя, потому что это наказуемо, это почвенный покров все-таки. Вот. Но есть, допустим, обвалы, там, например, там Тарактаж, да, где камни сыпятся, большие глыбы, и из глыбы можно выбить, скажем, ракушку. Но опять же таки, этим надо заниматься профессионально, потому что горы не терпят шуток. Я со снаряжением хожу и выбиваю из скалы просто материал, а потом его очищаю. А многие экспонаты, они лежат просто у нас под ногами. За столько миллионов лет это все перемешалось. Боткинская тропа, по ней ходят тысячи туристов. Мало кто обращает внимание на то, что лежит у нас под ногами. Кто-то идет такой, ой, какой вид красивый, ой, бабочка. Да? А я с пинцетом лежу на тропе и собираю. Туристы, естественно, проходят и спрашивают, что ты делаешь. Я говорю, собираю иглы морского ежа. Кого? Каких ежей? Ну, когда начинаешь рассказывать людям, что здесь было когда-то море, океан Тетис, он был неглубокий, теплый. Соответственно, среди коралловых рифов обитали различные моллюски и иглокожие. Вот, карадамского змея вы нашли? Нет, ну карадакский змей — это легенда, конечно, но первая находка, и хоть она и маленькая, действительно мы нашли зуб плезиозавра. Отправили в Москву профессору, он определил и сказал, что да, действительно, это плезиозавр. То есть это было небольшое существо, ну, с тоже небольшой длинной шеей, которое питалось мелкой рыбой. Зуб этот Давайте выглядит покажем нашим телезрителям. Вот так.
Это 3 сантиметра, маленький гнилой зубчик, но говорящая находка о том, что все-таки плезиозавры здесь были, то есть это первая находка на южном побережье. А мои увлечения переросли в мою профессию. Конечно, начиналось все с первого камня, а сегодня дошло до того, что я открыл музей, в который может прийти любой желающий и ознакомиться как с современными обитателями, да, и также перенестись на 180 миллионов лет назад и увидеть примерно все то же самое. Да, есть формы жизни, которые не дожили до наших дней. Кто-то эволюционировал, но по большей части все то же самое. Где находится ваш музей? Давайте пригласим сейчас ялтинцев и гостей нашего города посмотреть на уникальные экспонаты. Музей находится в Ливадии, за царской конюшней. Пока, конечно, указателей нет, потому что на все нужны деньги, а мы на полном энтузиазме. Но люди помогают, кто чем, кто рублем, кто гвоздем. Я, конечно, улыбаюсь с этого, но тем не менее помогают. Музей в Ливадии. Я надеюсь, что нас сейчас смотрят неравнодушные люди, меценаты, которые захотят помочь, чтобы был и указатель, и не только он. Я знаю, что приходят к вам и ялтинцы и приносят свои находки. Как часто это происходит? Люди выходят в горы. Кто какие цели преследует? Кто-то выход в горы расценивает как спорт. Я тоже так же. Идешь в горы, то есть для меня движение – жизнь. Кто-то ходит за грибами, кто-то с собачкой гуляет. И просто ненароком находит на тропе какой-то интересный камушек. Что это такое? Но оно уже в породе, не обработано, и не поймешь сразу, что это. Приходит ко мне или пишет в интернете, и я ему уже показываю просто готовый экспонат, над которым надо трудиться много часов для того, чтобы его обработать. Много часов нужно трудиться. Вы даже сегодня с инструментом пришли к нам в студию. Что это за машинка, инструмент? Машинка гравера, да, таким инструментом работают. На кладбище делают памятники, могильные плиты. И он работает как маленький отбойный молоток. Сейчас я его включу, он будет жужжать. Громкий инструмент? Да. С непривычки к пальцу может судорогами сводить. Там у кого-то усидчивости не хватает. Но так как я по образованию ювелир, то мне, в принципе, не проблема просидеть 7-6 и более часов. Обрабатывается это таким образом. Видите, миллиметр за миллиметром снимается. Ну, то есть процесс такой, скажем, не быстрый. Трудоемкий. Да, трудоемкий. Для того, чтобы не повредить раковину, но я уже изучил всю физиологию, конечно, и сегодня могу обрабатывать без каких-либо средств. Но первый раз я попробовал, машинное масло капнуло на раковину, я вытер ее и смотрю, ой, и видно раковину и лишнюю породу. И таким образом начал обрабатывать под маслом. После обработки камень белесый, ну и, соответственно, после обработки также экспонаты покрываю маслом, полирую, и уже проявляется цвет раковины, вся фактура. Пурпуреидея сегодня также удивительно находится в нашей студии. Давайте расскажем и о ней, ведь экспонат просто поразительный. Очень много интересных моллюсков и кораллов, которые 180 лет назад были эндемиками, как и сегодня многие растения и животные живут только в определенных участках земного шара. То же самое и этот моллюск когда-то обитал на дне океана Тетис. Аналог такой раковины я нашел в французском каталоге. Получается, что в Крыму, в России таких раковин нет. Есть раковина, аналог которой я нашел в английском каталоге. То есть получается, что их тоже несколько штук по всему миру. Кто-то спросит, а сколько же она стоит? Ну, кому-то это просто ракушка или просто камень. Ну, посмотрел и выбросил, нет интереса. А тот, кто в этом понимает, конечно, оно составляет какую-то ценность. Вот. И... Вы не охотитесь за золотом, за монетами, за какими-то сокровищами, так скажем, да, которые остались у человека. Вы ищете окаменелости, которым 165-180 миллионов лет. Почему именно это направление?
Ну, меня не интересует все, что связано с человеком, в принципе, потому что когда-то я собирал Вторую мировую, да, и папа сказал, выкини все, иначе взорвешь квартиру. Вот. Ну и сегодня это тоже так же в Российской Федерации наказуемо, что нельзя дома держать боеприпасы. Вот. Поэтому я все там, что раздарил, что выкинул, и начал заниматься камнями, камни более безобидные, потому что даже монетку, крестик нашел, они все равно несут какую-то энергетику. Поэтому камни. Хотя, в принципе, даже окаменелости, например, мой товарищ коллега, да, живущий в Казахстане, собирает окаменелости, но ходит с дозиметром, потому что в Казахстане там были испытания ядерного оружия, да, и можно, конечно, принести какую-то раковину домой, а потом там через там, пару дней, например, облысеть. Вот. Но у нас я их не проверял дозиметром, но пока со мной ничего не случилось. За столько лет сколько экспонатов уже в вашей коллекции? Более 1000 экспонатов сегодня выставлено в музее, а материала, конечно, собрано очень много. Допустим, можно собрать 60 килограмм такого материала, принести домой его, отмыть и понимая, что половина уже просто никудышная. А начинаешь чистить и понимаешь, что где-то части раковины нет, а на витрину все-таки хотелось бы поставить именно самый целый, полноценный экспонат. Поэтому с 60 килограмм всего лишь 10 единиц попадает, на витрину. А так, да. К вам приходят в музей, вас смотрят, читают в социальных сетях. Интересно, насколько детям век цифровых технологий, когда гаджеты завоевывают все пространство, насколько им интересна палеонтология? Детям это очень интересно. Всегда ребенок познает мир, да, через там, выход в лес, например, там, бабушка водила внука в лес, они там что-то находили, потом она привела его ко мне, и я провел ему экскурсию, потом мы с ним провели несколько занятий, и он сегодня делает тоже неплохие успехи, то есть собирает свою коллекцию. И уже Как-то делится с привела вами своими мама находками. двух сыновей, да, и они приходят, и мы еще с ними не знакомы, и они мне рассказывают, а это вот это, а это вот это. Я говорю, откуда вы это все знаете? А мама говорит, а вот благодаря вашим видеороликам, вашим постам в соцсетях дети узнают. Ну что ж, подписывайтесь на страничку Валентина Вербицкого в социальных сетях. Сейчас вы видите их на своих экранах. И приходите в музей, чтобы своими глазами увидеть уникальные экспонаты. Ведь на экране это одно, а вживую, когда можно увидеть своими глазами, обойти экспонат и послушать непосредственно Саму экскурсию экскурсию. от самого автора, от самого исследователя. Валентин, я благодарю вас за то, что вы нашли время, посетили нашу студию. В завершение ваши пожелания всем тем, кто нас сейчас смотрит, пожалуйста. Что пожелать? Наверное, самое главное здоровье и оставаться при любой ситуации людьми. Ну вот, ну, любите природу. Спасибо за теплое пожелание. Мне лишь остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был Валентин Вербицкий. И на сегодня это все. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. До свидания.